Ты подумай пока. Ты да. По-любому Иванушка. А то когда я... Подождите. По-любому не оставляю, чтобы не будет. Готовы? Поехали. Раз, два, три. Кого бы ты завела, если бы у тебя был большой дом? Кошку или рыжего из Иваныша? А надо отвечать только да или нет на этот вопрос, или можно как сказать? Хочешь. А можно кого-то другого? У тебя есть шанс добавить один любой закон в Конституцию. Быстро сформулируй его. Я бы добавила закон о том, что желания женщины неприкосновенны и должны быть исполнены в течение самого короткого времени. Если в мире исчезнут все цветы, что дарить на 8 марта? Духи, косметику, сертификаты в Литуаль. Едем дальше. Егор Крид неожиданно приезжает в Нарьян-Мар и делает тебе предложение. Твои действия? А я замужем, у меня трое детей, у меня нет действий. Я буду плакать. Я даже не знаю, кто это. Егор Крид будет в восторге. Какую роль ты бы хотела исполнить в кино? Главную. Ай-яй-яй. Закрывать или не закрывать лицо ребенка смайликом в Инстаграм? Нет, зачем? Так все делают. Не знаю. Нет, я не из этих. Муж оставил рядом с тобой телефон с открытой страничкой ВКонтакте. Твои действия? У меня муж не зарегистрирован ВКонтакте, но я бы не полезла. Зачем? Отлично. Тебе предлагают 500 тысяч рублей. Нужно провести месяц без телефона и интернета. Справишься? Это очень мало. 500 рублей – это не те деньги, ради которых стоит... А, 500 тысяч? А, да легко. Назови 5 российских футбольных клубов. «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Водник», наверное, «Хоккейный водник», да? Ну, пофиг, будет футбольный. Какая-нибудь «Барселона» есть такой? Да-да-да, российский футбольный клуб «Барселона», знаменитый. 5 чемпион России. Какую рыбу запрещено ловить без специального разрешения в Ненецком округе? Семгу. И все остальные рыбы тоже. Печаль. Спасибо тебе, ты справилась. Пожалуйста.